Соборной площади в районной больнице. 27 новеньких автомобилей скорой помощи пополнили автопарк профильного министерства. 14 из них класса Б, собранные на базе УАЗ-профи. Внутри кареты оснащены необходимым оборудованием. Есть аппарат ИВЛ, кардиограф, дефибриллятор. Больше всего транспорт ждали в дальних уголках региона. Это очень большое подспорье для сельского здравоохранения, тем более удаленного от области на 250 километров. И у нас район сельскохозяйственный, в основном жители сельские, в райцентре проживает 6-7 тысяч, остальное, там 17-18 тысяч, находится в селах. Осуществить прививочную кампанию, доставить участкового врача на вызов, госпитализировать пациента. Железные помощники справятся с любой задачей. Машины поступили в регион на безвозмездной основе. Вручить главным врачам щедрый подарок под Новый год удалось с федеральной поддержкой. По ней же закупили 13 легковушек. Их будут использовать для транспортировки биоматериалов. На сегодняшний момент автомобилями скорой медицинской помощи оснащены все районы, все муниципальные образования. Разумеется, из года в год износ автопарка имеющегося увеличивается, поэтому потребность в реализации в дальнейшем данной программы есть. Напомним, обновление автопарка скорой медицинской помощи ведется по поручению президента России Владимира Путина. Исходя из послания Федеральному собранию, в 2021 году весь транспорт должен быть отечественного производства. Сегодня очень торжественное событие, вручение ключей. Я уверен, что эти автомобили будут служить долго, послужат верой и правдой во благо здоровья жителей нашей области. Суммарно в больнице области за 4 года поступит 86 машин скорой медицинской помощи. Александра Никитина и Даниил Сурков. Управда ТВ.